Ташкент с официальным визитом прибыл генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун. В резиденции Куксарой высокопоставленного гостя встретил президент Республики Узбекистан Ислам Каримов. В ходе встречи обсуждены состояние и перспективы развития двухстороннего сотрудничества, актуальные вопросы регионального и международного характера. Глава нашего государства поприветствовал высокопоставленного гостя в нашей стране и высоко оценил вклад ООН под руководством Пан Ги Муна в обеспечении мира и стабильности на Земле. Ислам Каримов отметил, что ООН на сегодняшний день является уникальной и единственной организацией в мире, которая занимается решением проблем глобального уровня, и выразил надежду на то, что организация не только сохранит, но и усилит свою роль на мировой арене. В ходе встречи также обсуждены вопросы укрепления мира в Центральной Азии, взаимодействия между странами региона в борьбе против международного терроризма, экстремизма и радикализма. В свою очередь, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций поблагодарил главу нашего государства за гостеприимство и теплый прием и высоко оценил лидерские позиции Ислама Каримова в решении региональных проблем и обеспечении мира и стабильности, а также инициативы, выдвинутые на международном уровне. Кроме того, в ходе переговоров были обсуждены текущие состояния и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы регионального и международного уровня.